it's almost beyond imagination, but it would be nice if we could score another 7-8. But let's face it, like, we were very opportunistic. We played some pretty good hockey, and that's why we're up 2-0. But, you know, we need four. We need four, and we're playing still the best team in the KHL all season. So, like, we have unbelievable respect for this this organization, this team. They're very well coached. So, like, well, we just need to focus on our game. Игра на игру не приходится. Даже эти две встречи были довольно-таки разные. Во второй игре дали им немного вернуться, где-то отошли от своей игры. Но ничего страшного, сегодня готовимся, будет другая игра, как мы каждую игру говорим, она начинается 0-0, и неважно, как мы сыграли прошлые две встречи. Главное, чтобы мы поменьше пропускали, чтобы не давали забивать 5 голов за матч. Те же в прошлой игре там свои ворота забил и в меньшинстве упустил своего игрока. Так что есть над чем работать. Будем работать и улучшать свою игру. Плей-офф – это игра вратарей. Во многом большой процент победы во вратарях. Так что стараемся помогать Грубицу как можем. А он уж свое дело знает.